starting my own thing now. Теперь я не очень удовлетворен твоей личностью. Эй, смотри, куда ты машешь этой штукой. На моей машине больше не будет дерьма голубей, а Томми? Полагаю, нет. Ты чертовски прав. А теперь послушай. Тебе известно, кто хозяин самой быстрой лодки на восточном берегу? Нет. Я. Я хочу, чтобы все так и оставалось. У каждого контрабандиста отсюда и до Каракаса есть одна мечта – более быстрая лодка. Ходят слухи, что лодочная мастерская только что завершила постройку такого судна для какого-то членоголового из Коста-Рики. И Томми, я хочу такую лодку! Кажется, твои голуби возвращаются. Черт, я думал, что я их прикончил. Откуда они взялись? Голуби, вам конец. Suspect in that way, please vote.
anything to say for yourself? Will you ask yourself that same thing? Подойди к телефону возле бульвара в Вашингтоне. He's in a real bad mood. Отдай, пластиковое дерьмо! Не смей этого делать! Слышишь ты, кусок пластикового дерьма? Чтоб тебя! Если он сожрет мой любимый фильм «Эль Берро», ему конец! Что мне еще остается делать? Вероятно, он не подключен. Черт возьми, неважно, я могу купить еще сотню! Слушай, Томми, каждый месяц в Вице-Сити прибывает наемник и причаливает свою яхту. Он продает свой груз с первой же лодки. Я хочу, чтобы вы захватили быстроходный катер, а все остальное смешали с дерьмом. Затем вы перенесете груз сюда. Понятно? Дайте догадаюсь. Вы думали, я смогу воспользоваться ангелом-хранителем? Я просто хотел сказать, что ты должен позволить мне войти туда, старик. Теперь можете скормить мне все это дерьмо одинокого крепкого парня. Но я знаю, однажды я спасу вам задницу. И, вероятно, вы захотите поцеловать мою сумасшедшую. У нас тут конкуренты. Итак, Томми, мы знаем, что именно Диас сломал наши планы. Так почему же мы выполняем для него эти задания? Чем больше мы выучим сейчас, тем меньше нам придется учить, когда этот город будет у нас в руках. Пришло время для Тосса Ланцабанца. Настоящая свежатина. Смотри в оба, они подходят отовсюду. Взять их, направляйтесь к Диазу, чем быстрее, тем лучше. Ешь его, ешь его!
этой пристани бандиты. Еще больше проблем. Не то, что из этого. Отдай, пластиковое дерьмо! Не смей этого делать! Слышишь ты, кусок пластикового дерьма? Чтоб тебя! Если он сожрет мой любимый фильм «Эль Берро», ему конец! Что мне еще остается делать? Вероятно, он не подключен. Черт возьми, неважно, я могу купить еще сотню! Слушай, Томми, каждый месяц в Вице-Сити прибывает наемник и причаливает свою яхту. Он продает свой груз первой же лодке. Я хочу, чтобы вы захватили быстроходный катер, а все остальное смешали с дерьмом. Затем вы перенесете груз сюда. Понятно? Дайте догадаюсь. Вы думали, я смогу воспользоваться ангелом-хранителем? Я просто хотел сказать, что ты должен... У нас тут конкуренты. Итак, Томми, мы знаем, что именно Диас сломал наши планы. Так почему же мы выполняем для него эти задания? Чем больше мы выучим сейчас, тем меньше нам придется учить, когда этот город будет у нас в руках. И что нравится танца Ланса-Ванца? Настоящая свежатина. Смотри в оба, они подходят отовсюду. Взять их, направляйтесь к Диазу, чем быстрее, тем лучше. Ешь его! Ешь его! Нам такое крыло! Впереди еще больше проблем! Just let me not like, bro. Just let me not like, bro.
Европейская банда планирует нападение на банк в Вице-Сити. Мои работодатели хотели бы, чтобы этого не произошло. У каждого члена банды будет прикрытие, пока они будут находиться здесь, в Вице-Сити. У некоторых рабская работа, другие в отпуске. Каждая цель и ее возможное местонахождение обнаружено при помощи телефона. Yeah.
the real tiger, man.